Дорогие ребята, сегодняшние пионеры, вы должны запомнить, что вы вступили в пионеры в год 55-летия полета в космос первого летчика-космонавта, нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. Должны, что вы вступили в пионер в канун Всероссийского праздника Дня защитника Отечества. Этому торжественному собранию посвящено наше мероприятие. Будущим защитникам Отечества и главным образом представителям Союза Советских Офицеров, которые являются членами жюри смотра «Строй и песни», с приветствием обращаются пионеры отряда «Алые паруса» школы 25. Ребята, готовы? С приветствием! Спасибо.
вечно от нас вы отводите беды. Небо ваше пусть будет очень счастливое, женщина рядышком с собой красивая. С вами решаются разные сложности. Сильный мужчина – синоним надежности. Сильные, смелые, разные, нежные. Мы бесконечно. Мы бесконечного мужчина, Марина. Только они нам опоры. Наши капризы исполняются. Верим и любим, с вами не дивно. Милые, верные наши мужчины. У нас в малом зале демонстрируется оружие. Есть ребята, которые пришли специально повстречаться с вами. А строевой смотр начнется сразу после 5 минут.